В Бресте стартовал конкурс профессионального мастерства среди водителей Белпочты. Уже завтра им предстоит продемонстрировать профессиональные навыки, а компетентному жюри определить лучших сотрудников. Водительский состав Белпочты насчитывает свыше 1800 человек. Все эти люди не просто водители, но и почтальоны, курьеры и грузчики. И при этом должны обеспечить непрерывную и безопасную доставку отправлений. В финале конкурса только 14. Каждый из участников уже победитель и доказал свое мастерство на предварительных этапах. На торжественном открытии с напутственными словами к участникам обратились руководители предприятия. Мы вас всех приглашаем на наш конкурс. Любой желающий может его посетить, посмотреть, как это будет происходить. Хочу высказать слова благодарности нашему брестскому филиалу, который 2 года назад был победителем в этом конкурсе, в этой номинации, поэтому он сегодня нас и принимает по нашей традиции. Ну, всем конкурсантам пожелать удачи, успехов и, как говорится, пусть победит сильнейший. Уже завтра участников ждут 3 соревновательных этапа, включающих теорию и практику. После сдачи правил дорожного движения водителям предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки, включая фигурное вождение на скорость и поиск неисправностей, после чего будут определены победители как в личном, так и в командном зачетах.